Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Артём, вы на канале Багедит. Это вторая серия нашего прохождения GTA 3. Извиняюсь, что 2 дня не было видосика. Восстанавливал сон. Плюс работал. Так. Пока за эти 2 дня я записывал видосики. Вот, теперь у нас каждое прохождение будет с интро. Я его долго искал, как поставить в начало видоса. Вот. Потом разобрался, оказывается, это легко. Так, поехали к тому чувачку. Джоуи Леоне. Сейчас машину возьмем тогда. И спасибо за такую активность под первым видосом по GTA-шечке. Третий. Ну вот. Не ожидал, что такая будет активность бешеная. Спасибо большое. Еще я исправил фрезы. Вот. Теперь она нормально. Ну, типа, FPS не проседает постоянно. Как это было. Так. Видос постараюсь сделать, ну, нормального, типа, по времени. До 40 минут, до 50. Потому что больше я на данный момент не вывез. Ограбление фургона. Йоу, мы решили грабануть инкассаторов, но каждый день выезжать из Чайна-тауна. Пока не вывожу, пару строчек только. Буду исправляться. Так. Поехали в Чайна-таун. А, еще урон есть. Типа по фургону, да? Или это наш, типа, урон? Просто надо урон такой нанесишь, наверное, чтобы он остановилась. В смысле? Как? Он же дырку не открыл. Или в GTA 3 типа на расстоянии можно арестовать? Прикольно вообще. Наверное, вот этот мини-грузовичок возьмем. Погончик, точнее. А чем тогда дамажить? Сирики постоянно постараюсь пилить, ну, каждый день. Как будет получаться? Либо каждый день будет серия выходить, либо через день. Завтра у меня будет нормально так времени, так что, скорее всего, она будет выходить и 2 серии в день.
Оп. Урончика, конечно, тут надо нормально так нанести. Мне сейчас вторую звезду просто впилят. Надо быстро догонять, чтобы миссия не провалилась. Если миссия провалится, придется заново начинать. Или взад лучше. Вот взад, кстати, нормально дамажит. Да, вот взад буду. Понял, принял. Это классика меня постоянно тачки взрывать, чтобы потом миссии проваливать по 300 раз проходить. Уже проверено опытом Vice City. Не, камеру я бы чуть больше бы сделал. Вот так вот. На то, что надо. Давайте тогда джип возьмем. Или вообще надо взять такую же просто машину. Где она стоит? Ничего не знаю в этом городе, ничего. Вообще мои. Во-во-во, вот этот хаммер возьмем, папин танк. Правда, он зеленый, был бы черный, можно было бы срифмовать. О, бронированный, ё-моё, и быстренький. Ищ, да. Оп. Я тебе открою дверь. Давай, давай, беги. Оп. А-а-а. Красавчик давит своих. Две звезды. Блин, надо дёру давать. Ага. Да. Угу. Показать банды. Легенда, убежище.
Почему маркер не ставится? Вот вопрос. Ну ладно, так тогда поедем. $20. Вообще. Тут Эль Буро хочет предложить тебе одно дельце. Если интересно, доберись до телефона. Окей. Ну, пап, давайте к этому заедем. Пупсику. Так. Шофер. Сиприани. О, вот парень. Он знает свое дело. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Hey, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's. All right. Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay. Drive me to the laundry. Так, парень, свой спирак заглянем. Че, ну там у меня там, окей. And watch the car. Joey just fixed this junk heap, so no fancy crap, okay? Okay, okay. Почему не ставится метка? А вот теперь поставилось. Ну, сначала моя, кстати, все стоит. Wait here. Keep the engine running. Жди здесь. Не глуши мотор, мало ли что случится. Хорошо. Не будем. Йо, идет такое. Грабить прачечную. Ярик, ты шо, ну ё-моё. It's a triad ambush. Get us out of here, kid. Такую засаду устроили. О-о-о, три человечка. Если бы было бы у меня оружие, я бы их там размотал. Сказать брат за брата. Что ты под ноги? Ряд уверен, что могут перейти дорогу. Зайди ко мне позже за одним дельцем. Давай. Ну, 3000 баксов, чтобы его отвезти. Порядочно. Есть хорошие истории. Опа. В амунацию завезли УЗИ. Неплохо, неплохо. Так, это что у нас? Собственно говоря... Это там, где мы были, да? Давай.
давайте выполним задание. Большая стирка. Take a goddamn seat. So the laundry won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. No son of mine gets up by some triads. Godfather, sorry, Ma. Took no crap from those triads. Yes, Ma. Italy. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. Eight Ball can supply you with what you're gonna need. Он все молчит, этот Клод. Так, что, собственно, надо сделать? Сейчас будем разбираться. Чао, бич, не хао. Ну, поехали за этим. Я сейчас заеду в иммунацию. Куплю себе УЗИ. Может, можно будет стрелять из тачки. Но это не точно, конечно. Я не знаю. Готов. О, сам на меня вышел, да? Блин, какой же взрыв проработанный. Это прикольно. Даже не прикольно, это... Ну вот ты сам ко мне под ноги прыгнул, и мне еще звезду дали за это. Ты издеваешься. Вот управление машиной реально вот как будто бы... Не знаю, постарались что ли, а в Vice City... Не знаю, только там по миру какие-то недочеты сделали и все. А здесь как будто бы вот машина ощущается вообще по-другому, чем в Vice City было. 20 тысяч дали. Порядочно. Так, поехали с...
Давайте вот сюда съедем. На звоночек телефонный. Потом на J, потом на T. Или сначала. Или можно потом на J ехать. Ну-ка вышел. Все. Чё с текстурами? Гонка. Это Эльбуро из банды дьяволов. Ты недавно приехал в город, но тебе заговорили на улице. Мы решили устроить гонку. Она начинается у старой школы. Достать себе тачку получше. Если выиграешь, получишь приз. Найдите быструю тачку и приезжайте на старт. Давайте найдем, найдем, давай, давай. Балдеж, балдеж. Ну, вроде вот эта быстрая тачка. Квартал красных фонарей. Новый движок. Так. Ну, а вот есть, кстати. Но я думаю, что вот это побыстрее будет. Сентинель мафии. Да, она побыстрее будет и бодрее. Так это как будто бы бэшечка такая старенькая. Еще переработан дождь. Исправил, короче. Спасибо. Блин, ты оборзел? Сопля, блядь. Петя петушочек. Анатолий, Анатолий. Что за артефакты такие синие, ё-моё. Игра сломалась, блядь.
все, они отстали уже. Видимо, я такой шустрый, что не могут со мной справиться. Финиш. У, сука! Пизда. Всё. Тут решили вскрыть еще несколько. Погони в наших. Ладно. Так, едем к этому челобачку. Как его там? Тони. Тони, короче. Едем к Тони, потом едем Джонни. Мзда. Or trying to. He'll never be as tough as his pop. But he left you a note on the table. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass. But don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Сейчас мы спасем друга. Опа, пацаны с битками. С двух сторон. С трех сторон. Ну, капсдаун тогда. Я понял, меня убили просто. Так, тогда, не знаю, убьем одного чела, заберем биту и будем битой тогда херачиться. Либо же просто вот подготовить. Hey.
Хорошо, что хоть не в другой город ехать. Он близко, типа. Так. А, можно сюда даже. 10 000. Порядочно. Так, едем к Джонни. Правильно, что его зовут? Джоуи. Джоуи. О. Джоуи будет правильно. Правильней. О. Так. Это Фалк со скунсом. Прекрасно, просто верклюп. Отлично, с тобой я и хотел поговорить. В общем, кафе рядом, стоит тачка. Окей. Стиль никуда не делся, я в кожаночке. Это братьев Фаррелли. Обгоните машину. Прямо агрится на меня. Чего так? Избавление от улик. Угу. Сейчас опять к Джоуи поедем. О, там же есть такая быстрая тачка. Или это не здесь? Копов. Так,
Бегство. Эй, классная будет машина, да? Короче, слушай, да, достань тачку и езжай. Сент-Марк там подберешь. Они решили ограбить банк. Я замолвил за тебя словечко. Доставь их в банку к часам 5. И не минуты позже. Хорошо, хорошо. О май гад. О май гад. Сейчас уйдем. Так, где пинспрей? Вот он. Что меня выкинуло? На такси просто уезжаем от погони. Поехали к банку на главной улице. Поехали, поехали. Engine running. We'll be in and out in no time. All units on bank raid progress. Bank of Liberty, Chinatown. Get us out of here. Валивайте скорее. Теперь никто не узнает, что мы ограбили банк.
Эй, амиго! Тридцать косарей. Блин, как же здесь богачом можно стать? Давайте к Тони. Тони Сантини. Заскочим. Семейный совет Сальваторе. Дон Сальваторе завел всех. Джоуи и забрал Луиджи. Okay. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. Now keep going. Погнали. Так. Извиняюсь. Немножко я сонноватый. How you doing? Вес чувствуется, кстати. Знаешь, типа не как все тачки раньше, типа управлялись, типа вот без веса, типа налегке, а так даже чувствуется вес, то что машина имеет большие габариты. Это в плюс. How you doing, kid? No fancy crap. Думали, я не проеду, да? Но вы ошибались. You
Ты молодец, парень, просто молодец. Пойдем, познакомлю тебя. Эй, Луиджи! О, Сальваторе, мои девочки соскучились. Передай им, что клуб. Your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop, I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know, strong, Firenze. She's good, fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. Пятнадцать косарей. Прогулка. Нам. Hey, Maria, move your butt. Dumbra does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah, yeah, yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Блин, получила звезду. Ладно. Не думаю, ничего страшного в этом нет. А вот и Чико. My favorite lady. You're looking for some fun? A little, some spank? Hey, Chico. Nah, just the usual. Here you go, lady. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the east end of Atlantic Keys. Thanks, Chico. See you around. Gracias. And enjoy. That's good stuff. Come on, Fido. Let's go and check out this party. Ой, залип я. Бывает. Что поделаешь, все роботы, что ли? Units. This is narcotics raid Atlantic Keys.
там задница покрутила, мы ее отвезем сейчас обратно к Сальваторе. Куба. You know, I enjoyed myself for the first time in a long while, and you know, you treated me really good with respect and everything. Well, I better go. I'll see you around, I hope. Увидимся, бейба. Так, едем на дом, сохраняемся. Сохраняемся. Ну что же, друзья, на этом мы с вами закончим наше сегодняшнее прохождение второй серии. Не забывай подписаться на каналчик, ставить комментарий, прожать колокольчик. Ну, конечно, рассказать друзьям. Всех обнял. Всем удачи и всем пока-пока.